Всем привет! С вами Марина и Цветочные друзья. И мы с вами сегодня продолжаем путешествие по нашей выставке, которая проводится в Новороссийске, в торговом центре «Бон Пассаж». Работает она один день. Когда выйдет это видео, выставка уже закончится. Но следующая выставка 29-30 апреля, то есть дата уже известна. Мы сейчас на торговом месте Кати. У Кати очень много интересных ароидных, ароидных, и фикусов еще, и хоечек еще. То есть, ну куда деваться? Наши декоративно-лиственные сейчас рулят, то есть очень многим нравятся именно они. Поэтому я показываю вам в первую очередь то, что встречается у меня на пути. А на пути у меня как раз вот такое место с декоративно-лиственными растениями. Это у нас Вендла. Катя, это какой сорт? Вендла и Лонгли. Ага. А, вот. Вендла, да. А стоит он? 300 рублей. Ну, кстати, с такой расцветкой несколько сингониумов, и все они красиво смотрятся. Вот как растут, это уже нужно в сравнении узнавать. Катя, напомни яичницу, сколько стоит? Яичница 4500 и 2500. Ага. 4,5 и 2,5 стоит сорт яичница сингониума. Сингониум. Ну, тут кое-где написаны цены. Например, вот маска, очень пестренькая, с ростиком, стоит 1800. А рядышком, наверное, принц оранж. Цену не вижу. Сколько? Вот это оранж принц. Вот сейчас они уже подешевели, 700, и вот еще есть поменьше 500, вот такой принц. А вот этот? Это Орнак или Ред Страубери, я не вижу разницы в этих сортах, да. 750. Ред Страубери или Орнак, 850, но тоже цена стала намного удобнее для покупателей. Так же, как вот мы с вами говорили, что наш конфетти... Нет, Red Spot Tricolor, да? Red Spot Tricolor, он стал дешевле. Сейчас 400 рублей, вот такие уже растущие кустики. А в прошлом году он стоил намного дороже. Фикусы Кюрли 500 рублей. И рядышком же продаются ампельные фикусята, очень хорошенькие. А такие сколько, Катя? А тут написано? Нет. 300 рублей. Сагитата 300 рублей. То есть ампельная форма, он будет... вниз спускаться. Вот это что-то яркое. Это 31. Ага. Он такой пестрый должен быть, да? Т-31. Вот такой пестрый сорт. 4500 он стоит. Вот получается на старом листе едва-едва просматривается пестрота. Молодые листики ярко окрашены. Красивые. Вот фикус такой вот. Юклон. А такой гадик. 700 рублей тоже дешевле. Ну, сейчас очень даже замечательно. Если у кого-то хватает терпения дождаться, то есть цены достаточно быстро понижаются. Вот такой фикус, Кать, как называется? Ульмифалия. А сколько стоит? 750. Мы тут с Валей разрываем Катю на части. Валя со своей стороны, я со своей. 750, ульмифалия. Ну, вообще, очень много интересных растений у Кати. Вот это, например, цитрус пестролистный. Стоит он 500 рублей. Самое интересное, что у пестролистного фикуса... Ой, я что сказала? Цитрус. У пестролистного цитруса и плоды тоже пестрые. У Кати визиточка. С контактами. Высвечивается нормально, держу долго, поэтому все успеют рассмотреть. Буду возвращать вас к видео, буду говорить. Смотрите, есть на видео. Здесь у нас продаются хои, как всегда. Вот смотрите, у Кати полянка хоечек. Ага. Мультифлора как цветет. Сейчас покажу, какая шапка. Вот такая цветущая шапка дракончиков. Красиво. А вот здесь, не знаю, какой это сорт, смотрите, я боюсь поднимать, потому что тут же вот она, например, вот эта, она большая. А я же все равно название не прочитаю в этих очках, поэтому только зря тревожить хою. Сейчас Катя, если подойдет, я у нее спрошу. А вот, наверное, вот этот же сорт. Сейчас я посмотрю, что это такое. Тут она поменьше, но не подписана.
сейчас Катя придет, мы спросим. Любуюсь этой хвоей, но она, конечно, дорогой сорт. Где-то 3,5, по-моему, он стоит. Вот компакты Катины. 1800. С белой пестротой компакта. И 1500 с желтой пестротой. Хорошенькие, правда же? Но дорогие. Мы с вами уже говорили, и, кстати, мне пишут зрители, что вы говорите, пожалуйста, цены. Кого-то они пугают, а мы, допустим, ищем именно этот сорт и хотим его купить. И сравниваем цены, и находим именно то, что нужно на ваших выставках. Поэтому говорю цены и дорогих сортов тоже. Ну, это, кстати, недорогой сорт. 300 рублей с таким приятным листиком, ярко окрашенным, но название, к сожалению, не написано. Вообще многие хвои красиво смотрятся, когда растущие череночки у них есть, растущие верхушечки, например, у этого сорта Инзиларис. Или в общем, вот так вот, читайте сами. 1500, вот такой сорт. Мирабилис 300 рублей, вот такая с узким листиком. Там красный листик в серединке, уже растущий. А вот она мультифлора Milky Way. Это 1000 рублей, растущие уже, две верхушки растущие. Мультифлора Milky Way. Сегодня я у Кати увидела такое интересное растение, ничего не могу о нем сказать. Даже название церопегия. Но я первый раз вижу листовую церопегию и вообще такого вида. Просто я... Катя мне сбросит название, именно название сорта. Я издали сначала приняла за АО-клубу, а оказалось, подписано это как церопегия. Очень интересно. А рядышком такая... 500 рублей, вот такая хвоя. Да, огромное количество интересных растений на наших выставках. Вы в любом случае найдете себе то, что вам понравится. Я просто в этом уверена. И вот целая поленка перчиков. Сейчас мы вернемся, спросим Катю, как называется вот та цветущая оранжевыми цветами хвоя, потому что, ну, очень интересно. Катя занята, я вам показываю. Вот такая еще интересная. Это хоя, Катя? Да, это хоя. Она сколько? Ага, инфлата. А стоит? 2000. 2000. А вот эта оранжевая как называется? Акултата. Акултата оранжевая хоя называется. Ну, бугенвилии по 500 рублей. Цветущие бугенвилии. Это была Катя Комаровская. Дальше следующее цветочное место. С интересными суккулентиками. Тут адрамискусы, вот я вижу. Это авония. Алоэ. Он практически без стволика. Здесь же живые камешки. Малибусочки такие. Цветущий олеандр сегодня белый здесь присутствует у нас. Дуранта, кстати, вот красиво цветущее растение для летнего украшения двора. Летом на улице дуранта прекрасно цветет необычным синим цветом. Здесь же вот осталось то, что осталось от полянки. Сегодня тут целая поляна была раннецветущих весенних растений. Ирисы, гиацинтики. Ну,
были еще другие садовые цветочки. Тут будра есть, кстати, пестролистная будра. Вот она. Сколько стоит этот желтенький сатин голд? Ой, это не сатин, это голдилок, да? Это малый голд. Малый голд. Малый голд, да. А цена? 350. 350 всего смотрят. Филодендрон, малый голд. А вот еще вот здесь, ну это просто не представляет, какой он красивый. Вот такой цессус у нас. Сколько он стоит? 200 рублей. 200 рублей вот такой. Тетрастигма. Тетрастигма. Она огромные листы у нее. Ну мы показывали вам, они продаются в Краснодаре в полную величину. Ну и вот такой необычный аспарагус серповидный такой вот. Красивые тоже, разрастаются огромными кустами. А олеандр сколько? И цветущие продаются тоже? Сколько стоит цветущие? Цветущие 400, вот по 300 не цветущие. Ага. Цветущие стоят 400, а не цветущие стоят по 300. А за миокулькас? 1200. 1200, посмотрите, вот такой вот полностью уже растущий кустик. То есть, ну, опять же, можно купить маленькое растение, можно уже прямо... большое, огромное. Сегодня сюда приехал Федор Георгиевич со своими суккулентами. И посмотрите, вот какая у нас красота. Нет, не мигает пока. Повезет тем, кто вот сегодня здесь побывает, потому что растения такие необычные. Необычные, хорошо окрашенные. По разным ценам. Тут получается на любителя. То есть кто-то выискивает экзотов, и экзоты, соответственно, будут стоить... Да. Получается, что так и мигает. Будут стоить... Не, нормально. Экзоты будут стоить подороже, но есть и такие розеточки, которые... Так мигает, ага. Которые совсем стоят недорого. Федор Георгиевич, покажите нам вот такую полянку недорогих суккулентов, чтобы вот наши... Где-то тут, где-то есть они дешевле нет. Ну, по 200 вот есть розеточки. Это у нас сансевьери идут, да? 700, 500, 200 тоже есть, и встречаются, и там среди адрамискусов тоже по умеренным ценам. Ну, то есть тут... Экземпляр 200-300. Да, поменьше экземплярчики 200-300. То есть в любом случае мы все время говорим, что желающие найдут для себя растения. Так что... Вот. Такие суккуленты приехали сегодня... В Новороссийск. Что такое? Ассистент подошел. Вот возле рабочего места надо держаться. Вот ассистент. Змею боится. Убежал. Ясно. Она мне хвостом щекочет. Змея правда такая. У нас тут сегодня даже тропические змейки присутствуют. Адрамискусы самые разные, самых разных расцветок. Ну и очень красиво смотрятся они на фоне подсыпочки. Посмотрите, подсыпка какая красивая. Многие. А сейчас. Вот сейчас Федор Георгиевич раньше сажал в камешки, а сейчас все-таки стал подмешивать грунт, потому что, наверное, все-таки не так быстро пересыхают, да, в земле. А сейчас мы вернемся, покажем вам интересные пенечки и интересный котеледон. А сколько такой стоит? 1500 котеледон варигатный, рядышком хавортия интересная. Вот эти пеньки вообще очень живописно смотрятся, да? Красиво. Что я еще пропустила из редкости? Ну вот ленофилум мы показывали. В Краснодаре с такими интересными, красивыми разводами. Спасибо большое. Ну, вот слово «красивый» я просматривала предыдущее видео. Наверное, после каждых 10 слов я говорила слово «красивый». Поэтому буду хотела сегодня вообще не говорить «красивый», а подбирать другие какие-то характеристики для растений. Но все равно оно проскакивает. Вот такие у Любы шипастые бегонии. Ну, вообще, у Любы самые разные растения. Тут не только ароидные. То нам говорят, что вы листья нам показываете. Ну, что есть, то и показываем. Клеродендрум госпожи Томпсон. Пока тоже только листья. Но в дальнейшем это будут красивейшие цветочки. Так,
прекраснейшие, замечательнейшие цветочки. И стоит он сколько? 250 рублей. Встречаются диффенбахи. Так, делаем установку мозгу. Красивое слово не говорим сегодня. 500. Находим другие эпитеты. 500 рублей стоит вот такая диффенбахия. Название не написано, но такая приятная пестрота. И вот Любина вторая, которая подписана как Камила, похоже она на Summer Style, тоже такая же светленькая, стоит всего 350 рублей. Камиламина должна быть, по идее, золотистая, но вот она зеленая. Но красивый объемный кустик, стоит 700 рублей. А вот Red, Super Red Агланема стоит 1500. Конечно же, бегонии. Конечно же, бегонии. Бегонии самые разные. Ну, давайте возьмем такой ярко-красный сорт. Альфа 163 – это Любин сеянец. Они все подписаны одинаково. Альфа только меняется порядковый номер. А стоят... Есть вот такая совсем светленькая бегония. Вижу фикусы. Сейчас посмотрим название. Рассмотрите еще немножко бегонии. Здесь бегонии не только декоративно-лиственные, но также тростниковые, а еще вот это, наверное, природник. Природники 250. Ну, в основном цена такая от 200 рублей, 200-250. Есть сорта дороже. Тут была такая красивая бегония, не успела уже я ее... А, вот она, интересная расцветочка у нее. Магма называется. У нее по краю листа идет темная оторочка вот такая. Посмотрите, какая прелесть. Ну вот, наверное, я насмотрелась на свои колиусы, что в последнее время я стала заглядываться на... бегонии, у которых более-менее такая спокойная окраска. Нравятся мне их листья. Поредели вот этот подносик с геснериями. Тут колумнии эсхинантусы. Причем эсхинантусы пестролистные. Сейчас покажу вам. Ой. То есть не очень хорошее освещение. Такое лампы дневного света. Оно не очень яркое, поэтому цвет не совсем передается, но представить можно, что я вам показываю, да? Традисканция. Сейчас посмотрим, тут должна быть написан, сорт должен быть написан Pink Hill. С розовинкой сорт. И здесь же вот другая форма. В общем, Pink Hill Silver Alba. Вот так. Такие у Любы сорта. А бутилончики сегодня были только высокорослые парочка. Их уже купили. А у них у абутилонов такое обильное цветение. Поэтому сейчас, опять же, к счастью для абутилонов, интерес к ним стал возвращаться. Они очень красиво цветут. Флорида Грин Филодендрон стоит 300 рублей всего. Здесь тоже проредили полочку. Здесь прямо цветочек в цветочек было поставлено. Рафитофора. Стоит 350 рублей. Ну, что не говори, а ароидные пользуются спросом. Поэтому, естественно, и предлагаются продажи. На Роу Эскайт 500 рублей. Ну, я, честно говоря, не смотрела, насколько он объемным будет. Листик у него цветной. Бургунди 500 рублей. Бургунди пока еще в полную силу не раскрыл листы. Лист у него будет намного крупнее. Различные монстерки. Монстера Манки, Монстера Адденсона. Зелененькие тоже продаются. Цена 500 рублей. Ну, в зависимости от роста, бывают дешевле. Суккуленты.
и кактусы. Здесь у Любы такая сборная поляна, то есть встречаются среди хвои встречаются и другие растения. Я вижу акалифу, например, беленькую. Цена у нее, а цена у нее даже, а нет, указано 350. И много-много хвоечек. Цены на хвои вижу 350 и 250 встречается цена. Есть совсем маленькие кустики, есть с красивыми ростиками. А вот это у нас фикус или хоя? Что это у нас такое? А, это стефанотис. 500 рублей. Пестрый стефанотис. Не узнала его. Когда растения маленькие, они бывают, что трудно их узнать. Ну и, конечно же, фиалочки. Конечно же, фиалочки. Самых разных размеров, самых разных расцветок, самые разные цены. Детки уже всегда у нас, я говорю, крупные. То есть детки прямо, ну, практически маленьких совсем деток я не встречаю. Детки всегда такие солидные прямо в размерах. Ну а здесь же, кто легко выращивает из листа, укорененные листики. Цена листиков от 60 рублей. Да, 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 ну красивые, да? Ну и у Любы всегда и грунты, и перлиты, все грунты уже причем составленные для суккулентов, для фиалок приобретаются. И вот просто грунт агробалт, торф верховой агробалт. А для конкретно для... Занято. Ну, много стаканчиков, то есть, пожалуйста, можно купить все что угодно. Диатомит мелкий и крупный продается. Люба по 150 рублей. Здесь уплотнились ряды. Ровные ряды фиалочек продолжаются. И полочка с цветущими фиалками. Красивая фиалочка. Сейчас. И вот контакт. Контакты Люба. Это были мини-фиалочки, а тут стандарты. Мятная конфетка. А вот Дон Бутон, это селекция нашей Любовь, Еременко Любовь, ЕЛ, Еременко Любовь, сорт выведенный Любой. Антарктида, огромный цветок. Фокстрот. Ну и вот все время восхищаюсь фиалкой, белый медведь, огромные. Есть гортензия такая с огромными-огромными шапками и фиалка с огромными-огромными цветами. Думала, что уложусь в две части, но не хватает времени, поэтому будет и третья часть тоже.